Партнер рубрики «Бутик Парик». Парики, шиньоны, накладные хвосты, дизайнерские головные уборы. Сливочное масло хорошее. Ну, молоко я не пью. Мясо, мне кажется, лучше, гораздо лучше мяса. Ну и даже мясные продукты. Вот я в Европе была, и там не так уж хорошо. Крымские фрукты и овощи – это замечательно. Товаров российских нет хороших. Ракеты падают, остального больше ничего нет. Так грустно, но это факт. Наверное, рыба наша, это точно. Ну и все фрукты, овощи наши, они точно лучше, чем импортные. Мы берем все наше. Я думаю, что хлеб. А что еще? Ну, мясо я не знаю, я не ела импортного. Продукты, наверное, все. Мое мнение такое. Какие конкретно продукты? Ну, допустим, ну, по моему мнению, молочные продукты, мясные. Ну, пока все. Овощи у нас особо не выращивают. Фрукты тоже, пока так. Да, мне кажется, все и молочное, и колбасное, и полностью все, что выращено в нашем огороде, и то, что люди добывают у нас, то это все лучше у нас приобретать. И также школьные товары, то, что вот у нас также фабрика есть, то, что у нас и тетради выпускают, и все это лучшая продукция, это наша российская. Ну, хлеб, например, молоко, мясо. Ну, что там еще у нас? Черника, морожка, клюква. Наши продукты, которые выросли на нашей земле, конечно, не лучше импортных. Мы их любим. Ну, мне кажется, что наши молочные продукты, ну, в общем, продукты, я так думаю, в основном. Насчет остального не знаю, не могу сказать. Потому что, мне кажется, в основном у нас импортная техника, импортная одежда, тоже очень много импортной. А продукты, мне кажется, наши лучше. И овощи, и молочные продукты, и мясные.